Tomorrow Show Exclusive Entertainment Corporation представляет. Фильм Эдуарда Шибарантино. В главных ролях злой Борис в роли Васи на бутылке, ой, точнее, бутылька. Ссылка на Бориску в описании. Эдуард Шимуру в роли Лалейла Абкрадовича. В экстравагантном, астросюжетном комедийном триллеро-боевике под названием... А название никто пока не придумал. Но ведь это не важно. Ю, привет, братишка. Привет, сестренка. С тобой, как всегда, я Утес Шимора, и добро пожаловать на новый фильм Эдуарда Шимарантино на проекте «Аризона РП». Значит так, мы с тобой продолжаем снимать съемочки, значит, играть по ролям на сервере «Аризона» и, соответственно, получать от этого удовольствие. Ты поставил мне огромное количество лайков, сказал мне: «Отец, я хочу, чтобы вы снимали фильмы дальше», и я, соответственно, снимаю. Если ты вдруг не знаешь, как поиграть с нами вместе на сервере, поучаствовать, возможно, во время наших мероприятий, как говорится, да, то я тебе оставлю все ссылки в описании. А по промокоду «Шимка» ты сможешь, соответственно, получить всякие разные бонусы для комфортного старта игры. Я тебе все в описании оставлю. Ну а сейчас у нас новый фильм, ребята, под названием «Пилотка». Недаром эта пилотка прямо сейчас находится на моем персонаже. Поехали? Поехали. А вот и новый день. Новые приключения. Погода пасмурная, страшная, как обычно, как каждый новый день в полиции. Каждый день одно и то же. Как меня достало это здание, эти фонари, эти надписи, этот мусор у полицейского участка. Хотя, в принципе, я и сам мусор. Бургеры, напитки, заведения, бандиты. Все в этом городе наполнено этой гадостью. И мой товарищ, такая же очередная гадость, как, в принципе, и все, что в этом городе существует. Запылился. Явился, не запылился. Крачился, что ли? Че так долго? Здорово, Лалейла. Здорово, здорово, Вася, блядь. Да как обычно, у меня уже достала эта работа. Знаешь, я шел и думал, что меня все заебало. Надоело здесь работать. Ну а что так? Что у тебя с настроением, друг мой? Что такое? А погода, посмотри, на меня погода очень сильно влияет. Погода на тебя влияет. Давление атмосферное, блядь. А, у тебя давление, о, господи, а. Ну ты прям старый какой-то, да, уже, все, да. Давление. Я понял, что мне надоело. Коленки болят от погоды. Коленки, спина, понимаешь, заебала, я думаю увольняться уже. И ты мне как напарник, да, надоел. Я понял, что ты, да, меня бесишь каждый день, Вася. Ты что, все больше, что ли, а что, блядь? У нас ничего не клеится с тобой, Вася. Подожди, а так, может, это... А ты промахнулся, ты же попасть по мне нахуй не можешь. У меня давление или у тебя? Так, успокойся, у нас впереди рабочий день, как бы это... Подъебнул тебя, ты видел, как я увернулся от твоего левого-то, а, блядь? Нихуя попасть. Старый ты уже стал, Вася, тоже для этой работы. Я хоть и старый, но смотри, какой я пластичный. Оп, вот так хуярить надо, понял? Пластичный. Я хоть и старый, но посмотри, какой я пластичный. Блять. Ну, это, Вася, я уже... Представляешь, Вася, мне даже это в тебе надоело. Смотри, какая я сучка, я какая сучка. Да никакая ты не сучка, Вася. Да, нет, хотя ты сука. Ты сука, Вася. Мы из-за тебя столько дел провалили, блядь. Все. Ой, что я приболел, походу. А че? Это, не знаю, что-то простыл я. Простыл? Ой. Да прекрати. Капитана Лалейлы, Вася, быстро ко мне в кабинет. Так точно. Пошли. Слышал, ты слышал. Ты это слышал или это у меня в голове? Слышал. Слышал, начальник вызывает. Пошли. А, пойдем. У тебя рация вообще с собой, дед? Ну и что думаешь, он скажет? Да не знаю, я надеюсь, он тебя уволится. Меня? Ты дашь мне нового напарника, да? Хотя да, я очень рад, чтобы он меня уволил. Куда ты пошел-то? Блять. Разрешаю. А. А мой напарник, как обычно, заблудился. Да, блядь. Я считаю, товарищ начальник, что его товарищ начальник дверь перепутал. Сегодня давление у меня атмосферное. Он еще сказал, что его, он надоел, ну, работать. Да не пизди, это я с тобой шутил. Вот. Это я с тобой шутил. И он назвал вас говнюком еще. Ах, он сказал... Ты... Блядь! Так, все, хватит. Ладно. Познакомьтесь. Это шериф округа Блейн Антонио Борелли. Шериф.
Знакомьтесь, это мои лучшие сотрудники, капитаны Лолейл и Вася. Почему лучшие? Лучше я здесь один. Сюда позвали. Здравия желаем. Здравствуйте, ребята, собственно, вот, я шериф округа Блейн, Антонио Борелли, вот, я здесь не просто так, вот, мистер Рисосус, собственно, я его попросил, чтобы он мне выделил двух лучших сотрудников, потому что в округе беспредел, мы не справляемся. Товарищ Рив, простите, я перебью, двух лучших сотрудников, это, ну, я, а еще тут больше нет никого, кроме меня, я здесь один такой лучший. Он как раз уволиться хотел, товарищ начальник. Это правда? Нет, он шутит. Это я утром шутки шучу. Он постоянно воспринимает на чистую монету. Смотрите, какой он нервничает. Слушаем вас внимательно. Хотелось бы выполнить скорее задачу и пойти на отдых. Я вижу и наслышно вас, что... Ой, прошу прощения, это моему товарищу. Ты что, дурак, что ли, а? Ты что, позоришь наше отделение, а? Прошу прощения. Товарищ начальник, что вы молчите? Угомоните, он вообще, он походу... Атмосферное давление сегодня давит. Так вот, вы согласны, собственно, нет? Мы согласны на все, лишь бы день скорее рабочий закончился. Вы что, нас переводите в другой участок, что ли? Да. А где ваш участок находится? Так в округе Блейн находится. А это где? Это недалеко, это относительно, конечно. Да заебался я уже здесь работать. Сейчас переведем. Товарищ начальник, нас приводит из-за того, что мы как-то себя плохо здесь проявили, или что, я не понимаю. Вы хотите от нас избавиться? Просто вы очень хорошие сотрудники. И я вас порекомендовал улучшить. Я понял. Да, вы очень хороший сотрудник. Мне нужно подумать. Нет, мы переводимся. Ладно, мы переводимся, да. Не надо на меня ничего думать. Пойдемте, ребят, пойдемте. Видите, у меня вот как раз животик такой. Вот там очень дешевые бургеры, очень вкусные. О, ясно. Вы нашли друг друга. Да. Жрать на этой работе постоянно хочется, товарищ начальник. Конечно. Безусловно. Пончики, булочки, уюлочки. Да вот какой-то товарищ шериф. Как вас зовут еще раз? Меня Антонио зовут. Антонио. Нифига у вас с ними, конечно. Что, хочу я сказать про своего напарника. Ну, вы не обращайте, да, внимание. Человек, да, странный, очень странный. А еще, ну, он имеет нетрадиционную ориентацию, как бы. То есть ему нравятся мужчины исключительно. Вот такой он, человек, его хуй заткнешь. Он постоянно любит трындеть. Не то, что я. Вот я тихоня. Вот я вот люблю, когда все спокойно. Я люблю работу. Вот самое первое, вот, что я люблю. Слушай, это, ты тогда перестанешь уже вставлять язык в жопу каждому новому начальнику, блядь. Так, ребята, ну, попрошу, блин, давайте это успокоимся. Я вас не подведу, товарищ шериф. Я вас уже люблю. Вот хочу сказать, что вот вы мой герой. Вот. Сколько раз ты провел языком, Вася? Прекрати уже. Так, слышь, я тебя сейчас как врежу. Хватит уже выслуживаться, блядь. Врежет он мне. Все, поехали молча. Да, ну и дыра у вас тут, конечно, шериф. Прям как у моего напарника. Ну это пиздец, блядь. Как... Хватит, Вася! Прекрати, у меня и так хуевое настроение, ты же знаешь. Ой. А, слушай, а красивенько, смотри, гора какая. Товарищ начальник, может, вы проведете моего напарника к вещдока? Может, там есть какие-то веселительные, там, не знаю, вещества, чтобы... Прекрати его уже. Да, все нормально, таблетку сейчас приму. Товарищ начальник, готовы приступать. Все попозже. Пойдемте. Ой, что-то меня утомляют такие долгие поездки, если честно. Да, очень долго ехать, на самом деле. Это ж пиздец, добираться нам будет сюда. Ну, точнее, очень тяжело, я имею в виду. Да, и проследуем за мной, ребятушки. За мной, идите. Небольшую экскурсию вам, собственно, проведу. Вот, собственно, вот у нас это раздевалочка. Там у нас вот дальше чуть-чуть это камеры. Вот они. А кулер работает с водой? Вот здесь камеры у нас, собственно. Кулер с водой работает? Да, конечно. Кулер с водой работает, естественно. Такая маленькая камерка. Ну, чем богаты, тем и рады сами. А что, преступность в городе? Как с преступностью вообще в городе у вас? Слушайте, я вам даже так не скажу, очень много, понимаете? Я бы... Работа есть, да? Конечно, безусловно есть. Пойдемте до раздевалки, собственно, ребят. Я вас провожу, вот, и пойду пить, собственно, кофе с пончиками. Кто там у нас любитель? Если что, заходите, буду рад. Хорошо, обязательно. Я лучше буду работать, чем, как, ну,
постоянно на работе кофе, пончик. Это к моему напарнику. Он любит филонить, он. А мне главное работать. Работа на первом месте. Да сверни уже язык свой из жопы высуни. Так, тихо, ребят, успокойтесь. Товарищ начальник, ну я вот что я не так сказал? Ну, если я люблю, я трудоголик, понимаете, я люблю свою работу, я люблю свою родину, я люблю. Ладно, ничего я не люблю. Вот напарника своего я не люблю только. Ну, знаете, работа работой, а отдыхать, как говорится, тоже надо. Да, так ладно, точно. Тогда разрешите нам это переодеться, и тогда мы можем, да, приступать к работе. Да, все, все, вот. Шкафчики у вас там, я уже вам дал ключики в машине. А. Спасибо большое. Все, переодевайтесь, приступайте к работе. Я пойду тогда. Шаланды полные фекалий. Чего ж так долго переодеваешься? А ты что, пилотку надел, что ли? Вася. В смысле? Так ты тоже пилотку надел? А, блядь, я тоже. Ну у меня мужская пилотка, у тебя какая-то хуйня, если честно. Так мы сейчас будем спорить, у кого пилотка лучше, а? Ладно, пойдем, у тебя лучше пилотка. Это я точно знаю. Я знаю, у меня пилотка красивая. Да. Только давай, все, Мне идет пилотка, слышь, Лалейл? Да, очень идет тебе пилотка, Вася. Честно? Честно. Уважаемый, мне пилотка идет? Идет тебе пиздата пилотка, поехали, у нас дело есть. Ладно. Где наш автомобиль, тебе начальник сказал? Даже не ответил, как будто я какой-то вопрос странный задаю. Ну, потому что... Так, давай, я за рулем. Ты, блядь, как бойскаут, если честно. Так, значит, капитан Лейл, наша цель сейчас патрулировать этот город. Ты же смотри, какая система у них, смотри. Да. Смотри, в землю уходит, слышишь? Да, вижу. Охуенно, что не видел технологии, блядь. В каком веке выходит, живешь, Вась? Смотри, входит, выходит. Хватит, смотри. Поехали. Охуенная система. Слушай, меня это возбуждает, если честно. Смотри, опускай. Выходит, опускай выходит. Хуйню и поехали. Смотри, а если я вот сейчас подниму... А... Поехали, Вася. Ходит, выходит у него. Нельзя, какое задание у нас? Давай работать. У меня голова прошла. Просто, наконец-то, прошла голова, да? Да. Слава тебе, Господи. Так, наши цели сейчас патрулировать просто год. Ну, просто смотри по сторонам. Если увидишь странную какую-то хуйню... Она сидит слева. Да, не надо так говорить. Слева от меня, блядь, сидит странная хуйня, блядь. Подъеби меня, справа от меня сидит странная хуйня. Потому что ты сейчас выйдешь, реально. Не выйду. Сейчас будешь один патрулировать. Не выйду. Слушай, а мне здесь нравится. Я бы даже переехал отсюда, сюда. Не, ну миленько, да, конечно. Спокойный вроде городок. Да, достаточно тихо, интересный. Тихо вроде бы. Но я нарушений никаких не вижу. Да, конечно, блядь. А вот это, по-твоему, нормальная парковка? Я бы эвакуировал бы нахуй вот это BMW бы. Или что это за залупа? Мерседес. Чё он? Вот чё он так припарковался? Блядь? Ладно, давай не будем. Мы сейчас ещё искать ещё долго. Кого-то непонятно, кто это вообще. Поехали дальше. Я тебя нихуя не слышу, между прочим. Я не понимаю, что с тобой, Вася, сегодня. Тут и молчаливый, тут и нормальный парень. Я просто жду, пока ты извинишься, я на тебя обиделся. А что это ты обиделся на меня? Поехали. Ну, на то, что ты меня подъебываешь постоянно. Я тебя не подъебываю, это ты меня подъебываешь. Это ты начал сегодня наш день с плохого ключа. Направо смотри! Оба-на! Смотри направо! Какой-то хуй девушку... Блядь! Нормально можешь остановить машину, блядь! Машину быстро! Поехали! А ну стоять не с места! Это полиция, внимание! Руки вверх! Руки за голову! Вы еще кто такие? Чего? Девушка, надо? Вы в порядке? Дайте мусора, да, это сходите, покурите куда-нибудь в сторонке. Как где ты мусора увидел, блядь? Мусор у тебя между ног болтается, маленький, блядь. Ты че девушку трогаешь, а подлюка? Я что-то вас не видел здесь вообще. Девушка, что происходит? Вас мы видели, как вас били. Так вы это, давайте... Рот закрой, девушка, вы в порядке, вам нужна скорая. Избивает ее, говорил. Кому рот затыкаешь? Нет, все хорошо. Кому ты рот затыкаешь? Слышь... Вася, как, применяй свое оружие. Ты как с сотрудниками общаешься, а? Ты что, на девушку руку поднимаешь, а? Тварь, как паскуда! Вяжи его, все под контролем. А, черти, натурю, честь исполняйте. За мной пошел!
куда ты меня тащишь? Вам нужно будет составить протокол. Прошу. А, что не надо? Черт, прошу, не надо, не трогайте черт, его. Черт, подгонок, что ты здесь? Так он же... Так он же вас бил, девушка. Я тебе машину твою сейчас обосру. Господа полицейские, вы не понимаете. Она тебе дороже выйдет. Вы не знаете этого человека. И что, но... Так, девушка, все, вы свободны, вы свободны, все. Если понадобится... Сейчас мы все в отделении создаем. Если что, что-то понадобится от вас, мы вас вызовем в отделение, все, вы свободны. Мы сейчас этого хулигана посадим в камеру самую худшую. Давай. Вот ты посадишь, я тебе сейчас машину засру, она тебе дороже... Ну, слушай, он что-то так базарит-то, да? Может, ему завязать что-нибудь? Что ты базаришь, а, кучерява, а? Слышь ты! Как еще с тобой базарить? Ты кто такой, чтобы с тобой культурно общаться? Сейчас мы тебе объясним, кто мы такие. Да черти вы лезете в отношения семейные. Молодой человек, что было у вас с этой особой? Кто это для вас? Что было, что видели, то и было. Семейные отношения выясняли. Вам что? Ну так семейные отношения рукоприкладством не выясняются, молодой человек. Какое рукоприкладство? Мы мирно общались. Мы все видели. Блин, я видел, как ты ее пизданул по роже. Ты глаза протри, будешь лучше видеть. Не, Вася, ну это слишком дерзко, блядь. Слышь, может я... Может, Лалы, ты дубинку брал? Да. Можешь я дубинку в задницу засунуть, а, паскуда? И провернуть я пару раз. Дубинка. Если она тебе в дерьме нужна, давай попробуй. Не, Вася, я думаю... Это отморозы какой-то, Лалы. Да, это вообще полностью человек. Согласен с тобой. Я не знаю, что с такими даже делать, Вася. Сейчас мы его посадим. По объявлению понаберут каких-то. Рот закрой свой, а, паскуда. Ты, блядь, быстрее иди! Общаешься. Ты не человек, ты говно ходячее! Вот твой дом, новый. Офицер. Ты говно стоячее, что ты меня сюда... Ну вот, молча заходим, вот молча в камеру проходим. Все, давай в камеру, давай, все, я тебя пакую. Ближе к камере подойди. Не забывайте теперь оглядываться по сторонам. Оглянемся. А то жизнь-то неспокойная бывает. Очень неспокойная. Мы к этому привыкли. Здесь по сторонам. Это он нам угрожает или что, я не понимаю? Да, он нам угрожает. Как ты можешь нам угрожать? Ты в камере здесь сидишь. Пошли, Вась, мы свою работу сделали. Мы будем разбираться. Сейчас я по рации передам, что вот поступил. Нотки. Разбирайся, мне как раз его почесать надо. Ладно, Лалай, пойдем, отморозок, просто отморозок. Да это просто ужас. Ты, кстати, пилотку потерял. Ты пилотку потерял? Ты пилотку потерял, блядь, не я. В смысле, моя пилотка всегда при мне. Нихуя. Я говорю не про ту пилотку, которую ты раздвигаешь перед мужчинами, так, чтобы высушиться, блядь. Прекрати, я говорю про пилотку, которая у тебя на голове. Все, пойдем дальше патрулировать. Задание. Задание, кстати, а тебе не кажется, что задание это от слова зад? Нет, задание не от слова зад, Вася, а задание от слова премия. Я хочу премии, я хочу заработать бабок. Нихуя! Где ты такой корень нашел в слове задание? Премия? Где там? Там вообще даже букв таких нету. Да, там букв таких нету. Ну это же, ну ты же понимаешь, что это синоним. Синоним? Это что такое? Это то, чего у тебя не будет, блядь, со словом зад. Это какой-то человек, что ли? Нет, это не человек. Семен! Не Семен, синоним, Вася. Короче, давай патрулировать, что-то ты разогнался. Короче, куда-то. Ты опять душишь, вот ты такой... А куда ты гонишь? Открой окошко. Нормально все у меня. Открой окошко, и я думаю, тебе нужно и мне водички выпить. Слышь, вон заправка справа, купи водички, пожалуйста. Ты с какого хуя я должен тебе за водички ходить? Да сушит меня. Сушит тебя, блядь. Горло пересушил, я пока на этого накричался. И что, ты хочешь сказать, чтобы я пойду сейчас за водой тебе, блядь? Мне рот нужно увлажнить, Лалай, ну по-братски, ну сходи. Блять, ладно, все равно нужно купить еще что-нибудь себе. Только сладенькую какую-то с газиками. Хорошо, с газиками куплю. Давай, я буду съесть, смотри. Блять, еще я теперь в Васе хожу за бутылками воды. Ладно, раз уж на боевой смене. Так, челаку возьмем, газированную челаку с газиками просил. Значит, возьмем. Что здесь есть у нас? Фонарики нам не нужны, баллончики с краской не нужны, открытку, подъебну Ваську, подарю ему открытку какую-нибудь хорошую, ну и чипсиков нужно будет набрать. Еще газировочки возьмем, чтобы с газиками было. Так, значит, газированную челаку. Давай-ка выпьем. Ой, хорошо пошла водичка, блядь. Ой, прекрасный, какой чудес. Это что за... Вася!
Что это за хуйня? Что это за нахуй? Что случилось? Где мои мигалки? Куда они поехали? Блять, на склад. Я не знаю, как в этой машине включать мигалки. Сука! Вася, я здесь! Сука! Сука! Блять, мне колесо прострелили нахуй! Куда нахуй? К себе, блять! Как мигал... Блять! Я вижу их, они не уйдут, они не уйдут. Они не уйдут, я вижу их нормально. Нормально все? Васька, я спасу тебя. Похуй на наше разногласие. Где, куда они съебались, Вася? Это они, это не они? Как мне их найти? Куда они уехали? Куда они уехали, Вася? Они явно поехали по рельсам. Включу детектива. Признаки, 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 признаки. Признаки автомобиля. Так не должно было случиться. Выкрали Ваську. Сука. Я вижу ее. Нет, это куст. Блять, а где они? Куда они забрали моего Васю? Блять. Вообще понятия не имею, куда они пропали. Васька, Васька. Как бы я к Ваське не относился и к его пилотке, но это просто невозможно. Я не хочу его терять, он мне еще нужен, блять. И пусть он болтает про свою жопу постоянно, это абсолютно неважно. Главное, чтобы Васька выжил. Я не знаю, что делать, мне кажется, пиздюк должен помочь мне. Не вижу наших. Надеюсь, он еще в камере. Так, поехали. По-любому я замешан этот пиздюк. Нужно с ним поговорить. Ну, привет, родной. Итак, значит, помнишь моего кореша? Он такой ненормальный немножко. Постоянно про жопу думает. Ну и что тебе надо? Ну как что мне надо? Кореш? Это твоих рук дело, говори сразу. Какие нахер моих рук дело? Когда меня сюда привели, тут уже весь толчок засран был, я ни при чем. Да я не про толчок, а про моего, хотя, в принципе, там, блядь, можно, конечно, Васю с говнюком сравнить. Но мы сейчас не про говно разговариваем. Его украли, его похитили. Это твоих рук дело? Ты кому-то... Типа ты в дерьме сейчас, я так понял, да? Не я в дерьме, а мой друг в дерьме. Мне нужно его вытащить оттуда. Какая нахер разница? Ну и чё, какой понт мне помогает? Ты мне он что со мной сделал? Я тут сижу теперь из-за каких-то семейных споров с женой своей любимой. Это были не споры, ты бил свою женщину. Мы как сотрудники полиции... Я её погладил. Мы все видели. Значит, давай сейчас не об этом. Ты мне поможешь или нет? Мне нужно найти моего друга. Ну а мне какой понт помогать? Но мы пересмотрим решение о твоем заключении. Так уж и быть. Ну я подумаю, а слушай, а что там, что случилось-то? Есть какие-то подробности там, что? Да ничего, я пошел в магазин за водичкой, возвращаюсь, меня стреляют, на машине уезжают, я гнался за ними, но они ушли из вида. А что, слушай, а что за машина-то была? Может это... Ну, хуй его знает, джип какой-то коричневый. Не твои знакомые? Коричневый джип. Да. А марку ты не запомнил случайно? Марку не запомнил. Ну какое-то говно старое. Какое-то старое говно коричневого цвета, да? Да, такое. Джип. Ржавый, нет? Ржавый. Сейчас, погоди, подумаем, обмозгуем. Обмозгуй, пожалуйста, быстрее, а то я чувствую сейчас, мой друг сейчас. В говне, в жестком. Это, по-моему, эти, слушай, есть такие, короче, тут ребята, чумными шакалами себя зовут, понял? А это могли быть они, короче. Чумные шакалы, ты знаешь, где их найти? Чумные шакалы, ну, примерно, да. Ну ладно, поехали. Поможешь мне найти чумных шакалов? Пойдем. Давай, скажи мне направление. Давай, направо сюда выезжай, потом налево руль на перекрестке. Все, движемся по этой трассе, пока что не сворачиваем. Откуда ты знаешь, кстати, про чумных шакалов? Да откуда мне не знать, что тут вообще никто ничего не работает. Тут все, что хотят, люди делают. А у тебя сигаретки не будет, что-то покурить захотелось? С собой? Нет, что не будет, я не курю. Чё ты не куришь? Вот, чё ты вообще попадался в эту мусорку? Ну как, зарабатывать деньги. Хорошо платят.
Нормальный парень вроде, не куришь. Спортсмен? Спортсмен, да. Каждый день занимаюсь. Вот, спортсмен. А что, на спорте не вариант было подняться? На спорте, да? Ну как в нашем городе ты поднимешься на спорте? Чем мне вот заниматься на спорте? Ты сам-то чем занимаешься? Да я чем занимаюсь? Работаю тут потихонечку разного рода. Работаю за рабочим обычным, работящим. Ну, вот ты работяга, говоришь, работы нет. Как же ты работяга, а у тебя работы нет? Как у меня работа? У меня работа есть, я там поработаю, тут поработаю. Все легально? Конечно, легально. Обижаешь. Мы правильно едем? Да, мы правильно едем. Сейчас будет поворот направо, короче, там повернешь. Хорошо, давай. Но ты с этими шакалами никак вот не пересекался, да? То есть ты просто о них знаешь, и ты не в курсе событий. Да я вообще, ну, только пару раз чисто слышал, что есть такие у нас там машины, видел, спрашивал, что за вообще, кто такие, что за черты. Ну, говорят, да, есть такие, вот, наверное, сидели на улице. Вот сюда налево поворачивай. Вон, видишь, там слева такая вот эта амбарчик там, а там дальше будет домик такой. Ну, скорее всего, там они и будут. Они здесь обитают, да? Ну, в этих краях, да, ошиваются. Вот, видишь, там справа. Вот в этом доме? Да, это та машина! Это она! Блять, аккуратнее. По мне стреляют. Стреляют или нет? За машину! За машину, за машину! Бля, я нахер не планировал котлетой становиться. Может, да не надо котлетой становиться, просто стань со мной! Это та машина, это вот эта вот корыта. Может, у тебя пушка найдется? Пушку посмотри в машине, может быть, будет пушка. Аккуратно! Сейчас я в бардачке пороюсь. Ройся в бардачке, ага. Помоги мне! Ага, ага, нашел. Сейчас поехали! Все, сейчас все будет. Давай, да, работай. Блять! А может это? Может ты мегафон там достанешь, что-нибудь им толкнешь, может как-то сейчас помимо. Может быть, нет? Толкну, посмотри в машине, блять, нету там патронов для меня, ёбаный свет! Сейчас пошукаю, так. Патроны нашел, скинь! Вот, держи. Блять! А ты пригнись, что ты тут ходишь, как у тебя дома. Сейчас, давай, братишка, сейчас. Ты готов? Готов. Поехали, я право беру. Давай. Вроде готово. Да. Давай аккуратно. Аккуратно за мной пошли. Пойдем. Вася! Аккуратнее. Вася! Это Лалейл! Помоги мне найти друга. Так, да. Так, тут пока ничего не вижу. Вася! Блять, как бы он еще не съебал. Или здесь домина огромный. Я на второй. Ну так, ты где, ёбаё? Я на втором этаже. Давай вниз, тут кто-то орал. А вон там, я, короче, слышу крики какие-то вот там. Слышу. Это в подвале, походу, да, быстрее. Да, это Вася. Давай, быстрее, проходи. Блять, это полиция! Руки за голову, это полиция! Это я, Вася, я пришел, Вася! Оружие скидывай, оружие нахуй на пол. Какое оружие на пол? Вы... Свое оружие на пол, пока твой друг не окочурился. Блять, Вася. Хорошо, я скину оружие, только не делайте ему ничего. Лалы, не слушай их, не слушай. Оружие на землю быстро, ты хрен. В смысле? В каком нахер смысле быстро оружие сбросил и на коленки встал рядом со своим дружком? Здорово, брата, я смотрю, тут вашему скучно. Я вам еще одного мусорка привел, друга развлекать его. Блять. Давай, дуй быстрее. Ах ты ж скотина, ты из них, да? Я так и знал, что ты непростой. Ты тоже шакал, блядь. Хлебал, он завалился быстро на коленки. Ребята, вот это вы влетели, конечно. Так, а ну, брат, скоро наши приедут, ребята. Вам не поздоровится, вы взяли двух полицейских в плен. Да завали в варежку свою. Братва, пойдем поритрем. Пиздец. Вася. Почему ты постоянно... Ну и нахуя ты его взял с собой? Это что за хуйня? А нахуя тебя взяли, блядь? Ты же полицейский! А я чё ебу? Что значит чё ебу, блядь? Ты пилотку надел просто так, что ли, нахуй? Тихо, не кричи, мне страшно.
Если ты в пилотке, бля. Они говорили, что засунут мне паяльник в пилотку. Если ты полицейский, запомни, Вася. Паяльник в жопу. Это ма... Попу. Запомни, Вася. Если ты полицейский и ты в пилотке, ты должен знать свою работу, Вася. Не забывай поставить свой самый лучший царский сочный на ютубе королевский лайк, если ты хочешь продолжения кино. Спасибо тебе большое.